проход не видно справа и слева скульптура. Вот как раз у матроса здесь сохранился швартовый трос, который он кидает. И девушка, вот которая опять вам будет флагшат с карты канала. С левой стороны виден жилой комплекс «Алые паруса», который появился здесь в начале 2000-х годов. Он как раз и смотрит на Москва-реку, которая подходит к нам с левой стороны. Но строительство так близко, когда зоне всегда чревато.